Я считаю, что я видал в жизни два исторических события, был свидетелем двух исторических событий. Освобождение Парижа в 1944-м, это было предвестие победы, и как Сталин сдох. Though we have witnessed similar scenes in earlier editions of our newsreel, Paris's hours of liberation demand a place in this story. These pictures are history, and we know we are satisfying a public demand in showing them. The Nazis have one more sting left, and street fighting flares up. Comparatively short-lived term of street fighting was largely due to the firmness with which the danger was met. When the citizens cheered with joy and relief, they knew that the Paris of Nazi rule had gone forever. Когда весь Париж высыпал на улицы, когда начался звон парижских колоколен, с больших колоколов собора Парижской Богоматери, который был подхвачен всеми церквами Парижа, и этот звук не забываем, когда все вышли на улицу, когда с американскими солдатами стояли очереди обниматься и целоваться девушек и молодых женщин, а эти американские солдаты с радостью раздавали килограммы жевательные резинки детям. И было абсолютное чувство, что это репетиция победы.